Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите кулинарную пропаганду. За стенами затаился коронавирус, по улице регулярно ездит полиция и щедро выписывает по 700-800 евро штрафа нарушителям карантина. Это на первый раз. Тем, кто попадается второй раз, грозит тюрьма. И вчера одного такого ухаря отправили в камеру подумать о жизни. В местной прессе написали. Погода у нас сейчас совсем не по сезону. Прошлые года в это время, то есть у нас начало апреля, мы уже кондиционер включали, потому что было жарко. А в этом году погода гадкая, сыро, дожди каждый день. И хочется согреться не только снаружи, но и изнутри. И этому как нельзя лучше способствует острый фасолевый мексиканский супчик. Правда, в идеальном варианте для него, конечно, лучше подходит варено-копченый бекон или, в принципе, какие-нибудь копчености. Но они все, как назло, закончились, поэтому буду готовить с фрикадельками. Перечень ингредиентов и основные этапы готовки, как всегда, в конце ролика прочитаете. Сейчас начну. С овощей. Все надо очистить и порубить мелким кубиком. И морковь, и лук, и сельдерей. И все это надо поджарить на растительном масле. Процесс пошел. Это у меня говядина для фарша, это чеснок для него же, а вот это острый перец. Семена удаляю. К сожалению, не такой острый, как хотелось бы. Мясо вместе с чесноковым перцем надо пропустить через мясорубку. Так, и не забываем про овощи. Отлично все идет. Воду для супца уже надо кипятить. Не удивляйтесь, что так рано. Фрикадельки готовятся очень быстро. Надо, конечно же, приправить их солью, молотым кориандром обязательно, да, и перемешать. И теперь очень быстро их лепим. Супер! А перед закладкой в бульон их хорошо бы немного обжарить. Овощи уже отправляем в кастрюлю, на этой же сковороде, на сильном огне, фрикадельки будем румянить. Их не надо до готовности доводить, так как у нас копчености сегодня нет, надо хоть какой-то вкус извлечь, поэтому поджаренные бочка будут самое оно в этом бульончике, в этом супчике. Этот суп можно готовить и с сухой фасолью, но тогда ее надо замочить часов за 8, за 12 до начала готовки. Поэтому я буду для ускорения использовать консервированную. Взял, как видите, белую. Хотя мне больше, конечно, нравится по вкусу красная. На всю консервированную красную мы уже стрескали, а сухую я вчера замочить забыл. Фрикадельки, кстати, уже дошли до нужной кондиции. В кастрюле их. Все, варится еще минуты 3, максимум 5. За это время как раз таки и фасоль всеми вкусами напитается. Кстати, про вкусы, про ароматы. Лавровый лист сюда и красный острый перец. Такой вот мелкий, он очень острый. Того, что в составе фрикаделек будет явно недостаточно. И уже можно солить. И чтобы супец стал совсем уж нарядом, добавлю еще консервированной сладкой кукурузы. Она, мне кажется, будет тут очень даже к месту. Вот такой быстрый супец. Острый, густой, насыщенный и согревающий. Так, ну, сначала фасоль.
кукуруза, бульончик без фрикадельки. Класс. Просто класс. Сама по себе фасоль, она же такая крахмалистая, она такая прям нажористая. Она такое классное тепло дает сразу вот здесь. Вот, вот этот перец острый, который в составе бульона, скажем, да, ну, то, что я положил перчинку, она тоже делает этот бульон таким согревающим. Он не обжигает, он именно согревает. Так, ну а сейчас фрикадельку. А, чесночно-перечную, кориандровую. Конечно, этому супу не хватает свежей зелени кинзы. В Мексике, по моим наблюдениям, ее почти везде пихают, и здесь бы тоже было бы отлично. Ровно то, что требуется моему организму в такую погоду. Просто класс. Готовьте этот классный супец, ешьте его, не болейте, улыбнитесь, радуйте жизни. Огромное спасибо за компанию. Всем пока!